Raúl. And can I get 2 million string? 2 million ring. Yes. What can I drink? Diet Coke, thank you. Это наш класс по математике для лабораторных работ. У каждого свой компьютер. Это мое место, как всегда, на первой парте. Стена тут, конечно, точнее, да, стенка не во весь, не во всю стену, чтобы писать, но ничего. Вон там вон компьютер стоит, нужно выписаться и выписаться. Иначе время не насчитается. Приступим решать. Мучмоч. Купила лотерейные билеты. Один такой и один вот такой вот громоздкий. Посмотрите, такой здоровый, новый. Билет у них появился $10. И шанс выиграть $500 000. Ой, у меня прям руки чешутся все это соскрябать. Четверг вечером. Чем же мы занимаемся? Покажем. Сейчас кое-что еще. Эти вот сырные, типа подушечек. Thank you.
отвела зумбу. Столько было народу, в прошлый раз не смогла прийти, потому что... Вы знаете, что происходит сейчас в этом тренажерном зале? Какой-то у них фестиваль, и на парковке вообще нету места. Мало того, они паркуются между двумя линиями, то есть они занимают и одно место, и второе, и ни слева, ни справа не припаркуешься, потому что машина прям стоит посередине. Это так бесит. Так вот, в прошлый раз, когда ехала, было одно парковочное место. Я вижу, машина хочет повернуть, и я думаю, они наверняка идут на толпу на фестиваль, а мне нужно идти на мою работу. И я прям перед ней. И не знаю, как так получилось, рядом, которая машина стояла, она начала выезжать. И я своей дверью провела ее зад. С моей ничего не случилось, не помяла, ничего вообще не случилось, а с той прям такая вмятина. И, естественно, я выехала обратно. Начала разбираться, звонить. Тот мужчина благополучно въехал на это место, наверное, обсмеял меня. Вот, и я не успела в зал. Прямо на парковочном месте это случилось в тренажерном зале. И мне было так обидно. Ну да ладно. В этот раз я немного была поумнее, приехала пораньше, но все равно я ждала очень много времени, чтобы припарковать машину. Сейчас я разговаривала со своим директором. Он такой нормальный мужик вообще, очень легкий, очень гибкий. И он, к сожалению, уходит в другой тренажерный зал, открывается другой филиал, YMCA, на другой улице, ближе к его дому, он туда переводится. А сюда приходит какой-то другой директор. И очень много зависит от директора, потому что если директор, знаете, такой лайтовый, то легко работать. Иногда бывает прям, как вот первый у меня была женщина, и был кошмар. Она приходила на каждое занятие, она следила, она полностью смотрела, когда я прихожу, когда я ухожу. Тоже типа постоянный контроль. А вот с этим мужчиной вообще очень легко. Прихожу на 5 минут попозже, ухожу на 5 минут раньше, не прихожу, оставляю заявку, что я не пришла по такой-то причине. Вот, ну, жалко, что он уходит, он еще тут будет месяц, потом уходит. Ладненько. Сейчас едем домой. Я вчера сварила борщ на телятине, и сегодня я его принесу родителям попробовать. Вот парковочное место, да? Смотрите, как припарковалась машина. Ни с одной, ни с другой стороны, зараза, не въедешь. Это вообще... Ой, прикиньте, не жирно ли? Я звоню родителям, они уже кушали, как обычно. Поэтому мы им борщ сегодня не несем, а кушаем его сами. С Дэном я сейчас там разогреваю в маленькой кастрюльке. А две порции. Вообще, ребят, из телятины совсем другой запах, чем я готовила на говядине или на свинине. Телятина просто. Такой аромат идет из кастрюль, из двух.